10 лет. 10 лет прошло с того самого момента, когда появились они. Наши спасатели, наша опора и надежда. Ровно 10 лет назад, 13 июня 2013 года, дебютировала самая успешная бойсбенд-группа BTS. Группа, которая, несмотря на все неудачи и хейт, шла вперед. Группа, которая достигла неимоверных высот благодаря своей настойчивости и непрерывному труду. Когда-то, 10 лет назад, 7 мальчишек из маленькой неизвестной компании начали бороться за свою мечту. Год за годом, благодаря своей упорной работе, они становились все лучше и лучше, и вот они поднялись до уровня мировых звезд. Нам попросту не хватит слов, чтобы написать все достижения и рекорды, которых достигли BTS за всю свою карьеру. Сколько препятствий они преодолели, сколько стен сломали, сколько вложили сил, чтобы быть там, где они сейчас находятся. Эти 7 парней пришли в жизнь каждого из нас по-разному. Кто-то услышал по радио, по телевизору или нечаянно увидел в соцсетях. Для одних знакомство с группой было как, типа, выбили дверь с ноги, и их сразу затянуло в этот бешеный водоворот. Для других же, напротив, все было тихо, аккуратно и постепенно. Многим они принесли радость, когда казалось, что черная полоса полностью затягивала их. Для кого-то они стали источниками вдохновения, мотивации, поддержкой и утешением. И даже для некоторых причиной жить. Но несмотря на то, что у всех у нас было разное знакомство с группой, я уверена, что Бантан Саньюндан изменили жизнь каждого из нас в лучшую сторону. Вместе с ними мы взрослеем, получаем жизненные уроки и становимся мудрее. Учимся принимать и понимать других людей. И самое важное, мы учимся любить себя. Каждый раз, в каждой песне наши мальчики просят любить себя. Ведь любить себя по-настоящему мы можем только сами. И это очень важно. И знаете, эта дата 13 июня для каждого из нас является очень важной датой. Так же, как и для каждого из BTS, имеет огромное значение в жизни. Дорогие наши армии по всему миру, мы поздравляем наших мальчиков и вас с этим прекрасным 10-летним юбилеем. Stay with us.